Что такое деньги? И деньги сами по себе, бумажки, они не имеют прямого значения. А что происходит с человеком или с людьми, для которых деньги теряют свой смысл? Просто теряют свой смысл. Мне захотелось об этом поговорить. Вот недавно была информация, что в сарае пытались сжечь несколько тонн купюр. Теряет смысл все. Все теряет свой смысл. Вот что должны испытывать люди, на глазах у которых сгорает бюджет небольшого города? Сгорают деньги, на которые можно было построить детские сады, ясли, кинотеатры и так далее, и так далее. Что испытывает человек? –